Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет мастер-класс в технике оригами «Дюймовочка в цветке» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Для мастер-класса нам понадобится 10 красных прямоугольников размером 7,5 на 13,5 см, а также 5 прямоугольников зеленого цвета 7,5 на 13,5 сантиметров. 3 прямоугольника желтые размером 4 на 7 сантиметров. Крепкая нитка, ножницы и фигурка дюймовочки. Можно нарисовать самому или взять готовую раскраску. Начинаем с зеленых элементов. Это наши будущие листики. Складываем первый прямоугольник пополам. А затем загибаем все 4 уголочка центральной линии. Также мы загибаем боковые стороны центральной линии. И складываем нашу заготовку вовнутрь. Так необходимо сделать со всеми 5 прямоугольниками. У нас получается 5 вот таких зеленых элементов. Приступаем к красным прямоугольникам. Мы их также берем и складываем пополам. А затем загибаем 4 уголочка центральной линии. Боковые стороны мы также загибаем к центру. И теперь складываем пополам, но уже не внутрь, а наружу. Вот так должны получиться наши будущие лепесточки. Теперь приступаем к желтым прямоугольникам. Складываем их вдоль, а затем поперек. Это будут наши будущие тычинки, которые располагаются в центре цветка. Берем ножницы и простригаем наши тычинки вот таким образом. Приступаем к сборке нашего цветка. Берем зеленый элемент и накладываем на него сверху 2 красных и 1 желтый. Откладываем в сторону. Берем еще один зеленый элемент. Также надеваем на него 2 красных. И желтенький. Необходимо немножко придавить, иначе наши заготовки разлетаются. Третий элемент мы также берем зеленый, 2 красных
и один желтый. Последние два элемента будут только зеленый и два красных. Теперь мы берем первый элемент с желтым, второй без желтого и прикладываем их рядом. Третий элемент берем опять с желтым . Четвертый без желтого и последний, пятый, тоже будет с желтым цветом. Теперь берем нитку и ножницы, отрезаем необходимую длину, достаем нашу заготовку и теперь связываем все элементы посередине прочной ниточкой. Теперь необходимо поднять наверх все желтые элементы, которые будут сложить тычинками. Приступаем к формированию листка. Берем верхний красный уголок и поднимаем его наверх. Пропускаем один лепесточек, затем берем следующий и также выгибаем наверх. Опять пропускаем один, берем следующий. И верхний лепесточек мы также поднимаем наверх. Снова пропускаем один. И поднимаем вверх. Теперь берем те лепестки, которые мы не трогали. Также поднимаем верхний наверх. Пропускаем один. Поднимаем следующий. Все лепесточки поднимаются через один.
нас остались зеленые листики. Их также мы поднимаем наверх. Осталось разместить нашу дюймовочку в центре цветка. Немного раздвигаем лепесточки и устанавливаем фигурку среди тычинок. Наша поделка готова. Спасибо за просмотр!